Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ из компании Yves Rocher, который был сделан еще где-то неделю назад. Пришло выгодное предложение по почте. Там была рассылочка следующего содержания, что при заказе на любую сумму, по-моему, с 15 по 17 февраля, вы получите в подарок туалетную водичку. Пройдя по ссылочке, действительно, я попала на сайт, где была информация о том, что в подарок идет вот такая вот туалетная водичка для мужчин, гвоякового дерева и можжевельник. Ну, соответственно, в преддверии 23 февраля вот такой замечательный подарочек. Планируя свой заказ в марте, я хотела обратить внимание, конечно, на воду, которая меня заинтересовала. Это парфюмированная вода Flower Party by Night от Yves Rocher. Ну, соответственно, она стоила 2000 рублей без скидок на сайте. И когда мне пришла рассылка, я думаю, дай-ка я зайду на сайт и посмотрю, почем же там вот эта вот вода парфюмированная. И оказалось, что она была со скидкой, стоила на 1300 то ли 50 рублей, то ли 45. В общем, по накладной можно посмотреть. Я, недолго думая, решила оформить заказ, съев двух зайцев. То есть я купила себе парфюмированную водичку, которую хотела купить в марте по скидке, и получила еще дополнительно вот такую вот замечательную туалетную водичку. Но это был еще не весь мой заказ, у меня очень много подарков, давайте мы с вами начнем. Начнем, конечно, мы с вами вот с этой вот туалетной водички. Я думаю, молодой человек будет не против, если я открою. Это у нас получается туалетная вода, гвояковое дерево и можжевельник. Здесь 75 миллилитров. Вот такой вот интересный флакончик. Ну, не то чтобы флакончик, я имею в виду оформление. Флакончик, но тоже интересный. В строгом таком стиле. Сейчас мы с вами посмотрим. Я имею в виду дизайн в таком вот нежно-голубом цвете. Хотя цвет, конечно, кажется темнее. Давайте посмотрим. Конечно, приятно, мне кажется, вообще получать такие подарки от компании Yves Rocher. Тем более в преддверии вот такого вот замечательного праздника 23 февраля. Не люблю я вот такие вот коробочки. Они очень проблематично открываются. Вот сейчас я порву, будет уже неприятно дарить. Ну, так, сейчас поставлю на паузу и вернусь к вам. Итак, возвращаемся с вами к парфюмированной водичке. Я вот взяла расческу с острым краем. Надеюсь, что она поможет нам открыть. Но, судя по всему, нет. Как-то не очень хочется потом дарить. Так, вот смотрите. Удалось открыть. Давайте с вами посмотрим. Когда-то я брала в подарок аромат от Yves Rocher. Но в какой-то момент как-то переключилась на ароматы Mary Kay, потом у нас сейчас Oriflame. Вот. Но периодически я лично из женской коллекции, конечно, заказываю, из мужской как-то так сложилось, что нет. Вот такой вот строгий, простой достаточно флакончик, не совсем понятно. Да, действительно, это именно флакончик имеет голубоватый такой оттенок, как вы можете видеть. Вот такая вот замечательная туалетная водичка. Ну, сейчас я протестирую. Ну, достаточно такой простой, оригинальный флакончик. Я думаю, что мужчине понравится. Тем более, такой свежий аромат. Мне вот сейчас он почему-то напоминает такой, знаете, лес после дождя. Не знаю почему. Но не тропический лес именно, да, вот такой вот какой-то хвойный лес. Вот прошел дождь и какой-то приятный такой вот аромат. Очень хорошая водичка. Ой, знаете, сейчас почему-то цитрусы какие-то вот мне напоминают, навевает. Может быть, это можжевельник так пахнет, не знаю. Ну, в общем, неплохой подарок, мне нравится, и я рада. Спасибо компании. Давайте вернемся сейчас именно к моему пока заказу. Итак, следующее, ради чего, собственно, и был сделан заказ, и что меня побудило, так это скидка вот на такую вот водичку Flower Party by Night. У меня какая-то когда-то была цветочная диско 30 мл, мне понравился аромат.
такой, знаете, тоже многогранный, потому что в нем где-то есть цитрусы, где-то есть цветочные ноты. То есть достаточно приятный такой аромат. И давайте посмотрим на вот эту вот коробочку. Она, конечно, очень большая и достаточно интересного формата. Так, я думаю, что многие, наверное, знакомы именно с композицией данного аромата. Здесь, по-моему, есть анис, бергамот и еще какие-то нотки. В общем, аромат на самом деле должен быть таким восточным. Посмотрим сейчас, как вот что выглядит. Вот так вот все просто открывается. И вот такая вот баночка стеклянная, такая в виде квадрата. Очень красиво, конечно, смотрится. И это оригинальная идея. Ну и, наконец-то, хочется его протестировать. Ой-ой-ой. Очень приятный аромат, я вам скажу. Очень приятный и сладковатый. Все-таки он сладковатый аромат, но приятный. Приятный такой сладковатый. Будем тестировать. Мне он напоминает у известных марок. Есть похожий аромат. Не могу понять вот что-то похожее. Вот, честно говоря, даже, во-первых, не вспомню у кого, потому что очень много перепробовано, но очень прям похож аромат, так вообще просто безумно. Мне вообще где-то... Хотя сейчас он открывается таким вот бергамотом. Бергамот чувствуется, конечно. Может быть, что-то здесь есть от нот Труссарди. В Труссарди тоже есть бергамот. Вот в последней коллекции у них вышли парные ароматы. Что-то вот такое, может быть, миксовое, но есть. Очень приятный аромат. Кому нравится запах аниса, запах бергамота, вам понравится и этот аромат. Он, конечно, такой, не зря он называется Flower Party by Night, но мне кажется, что его вполне можно и носить днем. Неплохой аромат, я не прогадала, рада, что успела все-таки взять его по скидке. Вот, так что очень прям рада. Давайте посмотрим, что следующее было в заказе. Также в заказе в моем был вот этот вот гель для душа Jardin du Monde. Очень давно я заказывала такие гелики. Конечно, вообще знакомство мое с компанией Фраше произошло давным-давно, когда один из членов семьи подарил мне в подарок, там набор какой-то был, ну, там гель для душа, шампунь, в общем, какой-то такой миксовый набор был подарен мне на 8 марта, очень давно. Вот, таким образом я познакомилась с компанией Yves Rocher, и вот именно с этой линейкой гелей Jardin du Monde. У меня тогда был кофе, по-моему, бразильский, или просто кофе какой-то, в общем, там их несколько, кофе вообще в коллекции. Ну, вот этот вот апельсин очень интересный. Именно аромат неплохой, знаете, такой нехимозный, приятный. Вот, поэтому рада, конечно, и сейчас вернуться к истокам, скажем так, и воспользоваться линейкой Jardin du Monde. Если я не ошибаюсь, у них вот эта линейка сейчас выходит, по-моему, или снята уже с производства. В общем, большинство гелей, которые были в этой линейке, уже либо распроданы на сайте, либо они просто сняты с производства, и, соответственно, последние остатки распродают. Следующее, что было в этом же заказе, это мочалочка для душа вот такого зеленого цвета. Она обычная, стоила что ли в районе 70 рублей, сейчас очень засвечен цвет. Она на самом деле такого приятного салатового оттенка. Вот, следующее, что было в заказе. В заказе был еще один гель для душа из коллекции Этея, парфюмированный гель для душа. Я с этим ароматом не знакома, и сейчас мы его протестируем. Очень приятный аромат, такой вот не сладкий,
прохладный, где-то есть какая-то сладость, но она не такая приторная. Хочу обратить внимание, что все гели и вообще гели для душа и уход за кожей лица, я имею в виду вот гель для умывания, они все концентрированные. То есть вам достаточно совсем одну капельку, чтобы, соответственно, либо намылить мочалочку, либо умыть лицо. То есть в этом плане, конечно, большой плюс. И это очень-очень хорошо, потому что бывает так, что продаются какие-то гели, да, там либо в других компаниях, либо в масс-маркете. Вы покупаете, допустим, большой флакон, думаете, что вы сэкономите, но когда вы начинаете его выливать на мочалку, то у вас там полфлакона сразу уходит. Поэтому, конечно, это не совсем качественные гели, которые вообще, в принципе, ну, то ли это подделка, то ли это просто некачественный товар, но многие покупают, и кому-то это нравится, поэтому трудно тут тоже судить. Давайте пойдем дальше. Все, кажется, закончились все мои товары, которые я заказывала, а именно, то есть это два геля для душа, водичка туалетная и мочалочка. В подарок мне шла водичка туалетная, и давайте посмотрим, какие подарки компания Фраше подарила мне еще. И первое, что я вынимаю из коробочки, это у нас с вами шампунь, так, с овсом, по-моему, сейчас посмотрим. Да, шампунь для питания с овсом. Питает и смягчает сухие волосы. Здесь всего 300 мл. Очень давно мечтала попробовать данную серию шампуней. Наконец-то мне в подарок пришел этот шампунь. Я изначально, кстати, хотела включить его в корзину. Но потом увидела, что он идет в подарок, и решила, что я просто его возьму как часть подарка. Вот, вот такой вот шампунь. Очень неплохой, буду пользоваться. Вот. Давайте посмотрим следующий подарок. А, нет. Я вам солгала. Будем так говорить. У меня еще один товар, который я приобретала. Это вот такой вот скраб-гамаш для душа, манго и кориандр. Конечно же, да-да-да, 200 мл. Это часть моего заказа, как-то я не обратила внимания. Он здесь запечатан, я не хочу его вскрывать, так как у меня еще есть открытые скрабы, поэтому пока не буду. Вот, конечно, меня подкупило сочетание манго и кориандра. Конечно, это должен быть такой интересный какой-то восточный аромат, поэтому надеюсь, что мне понравится. Так, давайте теперь по подарочкам. Значит, первый подарок, как мы давайте вернемся, туалетная вода, шампунь. И следующее, самое важное средство, это, конечно же, тональный крем. Компания Yves Rocher вложила мне как подарок вот такой вот замечательный тональный крем, простите, Zero Defo. Давайте посмотрим, это у нас получается Cooler Nature, тональный крем 0 недостатков, 14 часов 30 минут. Бежевый 0,50. Ну, сейчас все засвечивает, конечно, но вот таким вот образом это все выглядит. Очень красиво. Давайте протестируем тон. Срок годности, кого интересует, до 8. Ну, сейчас не видно, 2020 года. То есть, в принципе, товар имеет большой срок годности, длительный. Конечно, сейчас очень засвечена сама тональная основа, потому что она, ну, вообще вот правильный цвет передает именно вот здесь, если вы видите, вот такой вот цвет. Я взяла в оттенке 0,50, других оттенков там не было, то есть там были все бежевые. Ну, давайте протестируем. У меня как раз сейчас закончилась пудра, и пудра, точнее, заканчивается, и тоналка закончилась от компании Oriflame. Вот. Но о тоналке Oriflame я уже, кажется, рассказывала. Мне она не очень понравилась, потому что заявленный эффект, который якобы обещала компания там несколько часов при как бы неком, да, влажном, не влажном воздухе, а именно сухом воздухе в теплом помещении, она начинает плыть. Удивительно, но факт.
Вот, поэтому, конечно, покупать я ее больше не буду. Так, ну вот эта вот тональная основа неплохая, она, конечно, немного тоже желтит, но я думаю, что она может подстроиться под тон лица. Вот, ну сейчас, конечно, тоже плохо видно, но вот здесь где-то вы можете посмотреть. Вот здесь вот она нанесена. В принципе, неплохо. Я тестировала другую основу. Вы знаете, даже идеально. Вот она сейчас прям слилась с кожей практически. То есть ее нужно совсем капелюшечку и растушевать. Надеюсь, что мне очень подойдет она. И как раз мы ее с вами протестируем. В жестких, так скажем, условиях. Что еще было в заказе? Это пробнички. Пробнички дневного крема вот этого Эликсир Женес. Тональный крем. Кстати говоря, вот именно сейчас его я тестировала. Тестировала вчера. Идеальный крем, несмотря на то, что здесь тон беige 200. Его все-таки разнесла по лицу, скажем так, нанесла, да, и удивительно, но он не бежевый оказался, то есть, ну, немножко желтоватый, но как бы яркого такого отличия лица от шеи и остальных, скажем так, конечностей, да, то есть это сонно декольте и рук не было. И последний это Момент де Бонуэр. Кстати говоря, вот эта вот водичка, у меня была она, ну, как-то она мне не очень. Более такая она прям слишком цветочная, на мой взгляд. И я такие приторные цветочные прям не люблю. Вот. Ну, что хочется сказать. Не прогадала я с этим ароматом. Сейчас он так интересно раскрывается. Очень мне понравился. Не жалею об этом заказе абсолютно. Так что смотрите почаще почту. Открывайте рассылки от компании Фраше. Наверняка сейчас и к 8 марта компания что-то интересненькое тоже приготовит. Но я уже заказ делать не буду. То есть я уже запасена различными товарами. Вот, поэтому вот такая вот небольшая история моего заказа. Ну что же, оставайтесь все со мной. Кому интересно данное видео, подписывайтесь. Всем пока-пока!